А перед началом данного ролика рекомендую посетить развлекательный канал Warline. Парень делает отличные монтажи по самым разнообразным играм. Поддержи его лайком и подпиской, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Овер. Сегодня мы поиграем с вами в игрушку под названием Shadow Speak, ребята. Это инди-хоррор, в котором нам предстоит поиграть за писателя, который приехал со своей подругой в какое-то место, вот, и пытается его узнать. Я слышал много легенд об этом месте. Поэтому, предложив Мишель встретиться тут, я решил совместить приятное с полезным. Провести время с Мишель и собрать материалы для своей книги о мифах и легендах. Проблема в том, что когда я рядом с Мишель, я совершенно забываю про свою работу. Опа, ребята. Это у нас что, это курочки полетели с неба, какие-то птицы попадали. Происходит какое-то жесткое, это солнце там так оно жестко плавит или что? Опа. И загрузочка. Надо исследовать, собственно, местность, вот, и вообще нужно узнать, что же случилось, ребята. Кровь какая-то, вот, и вместо Мишели у нас, ребята, вот такой вот воробышек лежит. Но это чайка, наверное, да, как, хотя не похоже, какая-то черная вообще чаечка у нас. Ладно, идем, ребята, дальше. Ой-ой-ой, прям жестко все птицы с неба попадали. Нажмите F, чтобы позвать Мишель. Ну-ка, а... Мишель! А что-то он вообще как-то не кричит, а еле-еле говорит. И больше нельзя, да, ребятки, понажимать? Было бы здорово, если бы можно было всю игру бегать, ребята, и кричать «Мишель!». Так, это у нас, ребята, сохранялочка. Вот, я немножко побегал, но, честно скажу, дальше, наверное, вот этого дерева я не добегал. Я просто посмотрел, как и что, ну, освещение, и просто потестил, и дальше, ребятки, я не забегал. Вот, в принципе, куда бежать, я даже пока не представляю. Смотрите, вот там что-то на горе, какое-то здание разрушенное или что. Ну, идем, ребята, по тропиночке, левый shift, чтобы бежать. Ну, это понятно, я уж сразу понял. Прыгать у нас... Так, опа, это я на циферки понажимал. Смотрите, на двоечку у нас телефон, и написано, теперь ты способен их видеть, и они способны видеть тебя. Так, и больше, ребята, по-моему, ничего нету. Кстати, о ком идет речь, ребята, я тоже не знаю. Так, и у нас здесь что? Развилка, да, вроде как? Так, или нам вообще не туда было, ребята. Давайте спустимся и до маячка пробежимся, потому что, как я понял, сначала надо было, наверное, на маяк пробежаться. Вот, а там уже что-то делать. Ну, я не знаю, но тропинка идет, ребята, наверх. Но я предлагаю сбегать все равно до маяка. Налево. Я чувствую себя отвратительно, что эта чертова аномалия сделала со мной. То есть он, видно, когда задыхается, как бы он все винит это, ну, аномалию, да, ребята, винит. Но мне кажется, он просто очень много курит и пробегая 10 метров такой... Ну, не знаю, ребята, с чем это все связано. Так, давайте посмотрим, вот здесь у нас что-то лежит. О, черт возьми, погодите. Что случилось с моим мотоциклом? Получается, это писатель, да, ребята, приехал вот на таком спортивном байке, мотокросс, да, и еще вез с собой какую-то девушку, Мишель. Ну, странно, и шлема нету, и ничего нету, ребята, очень как-то странно. Но скажу честно, атмосфера такая, ну, нагнетающая, можно так сказать, если мягко так сказать. Так, а там никого нету. По-моему, мне показалось, что кто-то был наверху. Но сейчас посмотрим, ребятки. Там вот какая-то еще будка стоит. А, это трейлер, дом на колесах, что ли? Так. Птички, ребята. Я думал, что все птицы попадали. Видно, вот эти выжили. Так. И у нас что? Вот, ребята, вот, не зря я пошел сюда. Честно скажу, я не знал, что надо... А, окей, аптечка, но она вроде никак не нужна. Алло. И никого нет. Так, и... Батареек у фонарика вроде нет, он... Ёпсель-мопсель. Ой, он бесконечный. Вот эту штуку я можно как-то взять или выключить? Ну чё, тут больше ничего нет, что ли? А, да-да-да, тут вот шипеть сразу начинает. Бежим тогда обратно, ребят. Хорошо, что я пошел сразу сюда. Так, на какую кнопочку у нас фонарик? На тройку. Если бы я пошел, ребят... Ну, вроде нету, да, у нас батареек здесь. То, что можно бесконечно использовать. Если бы я пошел, ребята, прямо, я бы был сейчас без фонарика. Вот я очень рад, что пошел именно сюда. Нифига себе, ребята. Заценим давайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы просто можем что-нибудь найти. Такое интересненькое. Ага. Ничего мы там не сможем, ребята, найти. Вообще, нам не туда. Нам вот здесь что-то надо исследовать по-любому. Костер, смотрите, как романтично просто, ребята.
офигенное место. Я бы тут жил, ну, конечно, если бы тут не было так стрёмно, я бы, конечно, многое отдал, чтобы жить в таком месте. Ну, не в трейлере, я бы тут построил себе особняк. Пентхаус. О, опа, это... Теперь я думаю... Я думаю, теперь я смогу бегать немного лучше. Это, ребята, мы подзарядились. Опа. Опа. А как... Как ходить? Я думал, тут еще можно, ребята, будет как-то тихо ходить. Но нельзя. Там кто-то постучался. Я надеюсь, что вы это слышали, ребятки. И как нам сюда пробраться-то? Как нам пролезть? Очевидно, надо что-то сделать. Ладно, давайте посмотрим. Опа, будка. Никого, да? И... Никого. Ну ладно, ребята, идем тогда дальше. Я не знаю, дальше прямо пойти. Или вернуться все-таки. Ну давайте пройдем прямо, ребят. Так, смотрите, тут. Это что такое? Видно, кто-то тренировался стрелять или что это? Я не понимаю, просто пока ничего не понятно, ребята, что нам надо сделать. Ну, очевидно, надо найти Мишель. Это понятно. Но ни квеста, ничего, это инди-хоррор, надо бродить. Это кит? Это кит? Это серьезно, кит? Это кит? Ребята, вот это место, вы перегиньте просто. И он поплыл. Он поплыл. Офигеть. Или, ну это не дельфин, это кит. Дельфины меньше. Это, по-моему, кит, ребята, был. Офигеть. Вот это жесть. И согласитесь, да, ребята, вот в таком месте, если бы оно было очень солнечное, яркое, ну, любой бы захотел пожить, мне кажется. Ладно, мы что-то отвлекаемся, потому что, ребят, ну, на самом деле, стрёмно. Честно скажу, стрёмно. Мост. Нам, я не знаю, мы на мост... А! Ёпсель-мопсель! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-о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 й! Она бежит ещё? Ой-ой-ой! Она ещё бежит, ребята! Я задыхаюсь. Что это вообще? Это Shadows, тень какая-то. А, и, а чё, как, что с ней сделать-то? Блин. Иди отсюда. Может, а, наверное, посветить надо. Я не знаю, она отстанет от нас, ребят? Она отстанет? Да иди в жопу. Все, отстала? Давайте посмотрим. Ё-моё. А давайте, что она сделает вообще? Что это такое? Посветить? Я фонариком... Ну. Да, ребята, понятненько, короче. И, как я понял, нам ничего с этим не сделать, да? Она бы бежала за нами всю карту. Но такое, ребята. Такое просто, да. Ну, если бы это было неожиданно, да. Но я вон ждал, пока она подойдет. Я был готов, в принципе, к такому исходу. Вот, не знаю, как вы, но я не особо испугался. Но, в принципе, да, ребята, было немножко не по себе. Короче, я понял. Я понял. Наверное, вот эти самые они, это вот эта вот хрень. Черная, типа, эти тени или что это вообще. Так, ну, дорога у нас, ребята, идет в ущелье и идет вот туда. Я предлагаю идти вот по такой дорожке, чтобы где-то, в принципе, здесь и стояла эта тень, где-то вот там, да? Я предлагаю идти прямо, посмотреть, что вообще здесь происходит. Потому что... Опа. А, сохранение, ребята, отлично. Давайте сохранимся. Ой-ой-ой, быстрее. Ага, вот так, да? Смотрите, опять много развилок, ребята. Просто колоссально, колоссальное количество развилок, всяких разных всевозможных путей. Вот здесь у нас опять еще одна развилка, то есть можно пойти посмотреть, что вообще... Нет, нет, ну, а подождите, а как мне лечиться? Как мне лечиться, если, ну, вот, смотри, я готов, ладно, давайте, ребят, примем урон, или как ее бить вообще? Да-да-да, 7 хп у меня осталось, ребята, то есть невозможно не полечиться, ничего. Либо, ребята, так, сообщение на телефон, или что это? Звук какой-то странный был. Невозможно полечиться, нету ни таблеток, ничего, и невозможно этих уродов убить. Это вот, это я сейчас, да, тут нахожусь на побережье. И вот эта карта как бы нашего острова. Вот маяк вот здесь вот, куда я свечу. И чё? И куда надо идти? О, офигеть! Дождик пошел, ребят, ну ладно. А, вот это вот этот кит, да, которого мы с вами видели. О, его можно... Возможно, красная аномалия... А, красная аномалия, которая меня вырубила... Так на него повлиял. Ну да, аномалия у нас была в самом начале игры. Дождь чертовски громкий, ребята. Чертовски громкий дождик. Так, ну и что? Ну, мы не сможем плавать, окей.
Давайте посмотрим тогда, что в тех контейнерах, и будем двигаться дальше. Но единственное, ребята, ну, все-таки у меня такой вопрос, как хилиться в этой игре? Ну, мы нашли с вами, аптечку одну, окей, а что делать дальше? Ну, типа, где искать другие? И как бороться с этими тенями? Ну, может, надо вставать в какое-нибудь темное место, и они не смогут нас бить? Не знаю, о, давайте, ребята, глянем, просто надо исследовать. О, жесть. Надо, ребята, просто исследовать. А, я чуть-чуть потише сделал. Так вот, надо исследовать весь. Оп, еще одна сохранялка, ребята. Давайте сохранимся. Здесь какой-то вот проходик такой у нас. И что? Что здесь есть вообще интересненького? Ничего, походу, нет, ребят. Но я не знаю, зачем вот здесь сохранялку, да, вообще сделали? Как бы, ну, и окей, какая-то каменная глыба, какой-то мини-островок, и на нем сохранялочка, ребят. Но это неспроста все, мне кажется. Но я надеюсь, что мы идем вообще верно. О, господи, я думал, там что-то ходит. Это всего лишь текстурки вроде прогрузились, а я уже, ребята, наложил штаны немножечко. Ну, поднапрягся, действительно. Игра такая, знаете, она прям атмосферой своей берет. Стрёмно, очень стрёмно. Цветокоррекция еще такая, как бы все темненькое такое. Все такое, ух. Я боюсь туда идти, потому что если сейчас мы встретим какую-то вот тень опять, вот эту вот паршивую, она убьет нас. Так, нам наверх или куда? Давайте вот там какие-то рулеты или что, каменные какие-то рулеты. Ё-моё, ё-моё. Так, вот это что? Говняшки какие-то, ребята. Тут кто-то, вот, вот что значит отложить кирпичей, ребята. Вот, просто кирпичная, вот, говняшка, ребята. Отложил кто-то здесь кирпичей на этом самом месте. Но мы идем, ребята, с вами дальше, потому что мы с вами не боимся. Нам надо найти все-таки эту Мишель. Чертовскую бабу. Зачем он ее с собой взял? Сейчас бы уже давно уехал. Ой, блин. Ой, куда мы пришли? Ой, ребят, а вот сейчас, на самом деле, вот сейчас, без шуток, очень стрёмно, потому что это церковь какая-то. Stay out. Типа, ребята, нельзя входить, да, нам? Так, давайте. Это вот опять карта. Все, ребят, мы умерли с вами. Мы умерли. Я уверен, что мы все не выживем, если эта вот фигня нас ударит. Хорошо, что я вот там сохранился. Ладно, да, все. Я погиб, ничего не понятно, ребят. Вообще ничего не понятно. Что надо делать? Господи, я сохранился. Да, окей, у этого здания 13 хп у меня. Туда нам идти нельзя, потому что мы там умрем. Давайте бежать тогда обратно. Давайте попробуем пробежать обратно, потому что остров колоссально большой. И, ну, периодически есть карта, да, показана, где мы находимся, но это мне пока вообще ничего не дает, это мне, ну, никак не помогает. Так, а как мы пришли, ребят? Мы, вот здесь, вот в скале, вот в этой. Так, офигеть, чертовски большой просто остров, ребята, карта, ну, просто огромная. Ну, давайте тогда сюда пойдем, очевидно, что можно еще сюда вот сходить посмотреть. Ну, господи, вот эти молнии и лес какой-то. Офигеть, ребята. Мобильная связь отсутствует, но я получил новое сообщение. Нам нужны свежие души. Убей их, и тогда получишь свою невесту. Да, я, ребята, с радостью поубивать всяких плохих ребят. Но скажите как? Скажите как? Я их убью. О, опа, ребята, машина. Машина. Да что ты орешь? Ой-ой-ой, сейчас мое внимание. Блин! Ой, нет! О, господи! О, ребята! Офигеть! Получается, вот этих чуваков нам надо валить, и это была просто ловушка. Я не ожидал такого, просто не ожидал. Я думал, знаете, мы сейчас будем бегать от этих теней черных и просто, ну, знаете, уже я привык к ним. Но когда я увидел, это же просто человек был. Он, возможно, немножко отстал или психопат, но он выглядел как человек, но это просто неожиданно было, ребята. Офигеть. Короче, нам туда идти уже 100% нельзя, потому что у нас нету с вами здоровья. Давайте вот здесь сохранимся тогда. Перезапишемся, чтобы побыстрее, вот, если мы умрем сейчас, чтобы было понятно, где мы возродимся. Давайте пойдем сюда тогда. Офигеть, ребята, просто игра преподносит мне такие сюрпризы. Офигеть, просто. Ну, здорово, ребята, честно скажу, здорово. Интересно играть и стрёмно. Вот самое главное, что стрёмно, потому что когда интересно, да, знаете, когда ты боишься, это прикольно. Так, окей.
у нас здесь какой-то еще домик, да? И любое сооружение несет в себе какие-то, ребята, секретики. Вот там у нас что? Ё-моё, ё-моё. Это что было? Там у нас аптечка, ребята, лежит, да? Вроде как, или что это? Так, давайте подпрыгнем. И у меня аж лагает здесь, ребята, среди этих текстурочек. Короче, я не знаю тогда, как взять нам... Так, давайте встанем. Ну, нельзя как-то, ребята, зацепиться, да? Так, или можно? Но это аптечка вроде как. Хотя, может быть, и нет. Смотрите, вот тут у нас туалетик такой, да, вроде миленько все. Ну, непонятно, ребята, непонятно, что надо делать. Я понял, ну, убивать надо вот этих чуваков с лопатами. Так, дверь закрыта. А, мы можем, знаете, еще из-за угла так, типа... Hello. Hello. Закрыта дверь, ребята, и я не понимаю просто, где ключик нам найти. Ну, очевидно, что надо уходить отсюда. Нажмите ЛКМ, чтобы бросить предмет. А, вот оно что. Ай-яй-яй, давайте собьем аптечку, ребята, потому что она нам, ну, по-любому нужна. Так, я поднял. Так, это вроде специально нам дали, да, чтобы мы с вами бросили и сбили вот это все дело. Оп! Видите, ребятки, я знал, что это аптечка, и хорошо. Хотя бы чуть-чуть здоровья мы с вами пополнили. Окей, теперь я понимаю, мы можем брать некоторые предметы и кидать. Хорошо, понятненько. Вот этот камушек мы не можем. Я бы взял просто, знаете, с собой камень и таскал бы его, если бы кого видел, сразу... Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, подождите, быстрее-быстрее. Офигеть, ребята. То есть мы можем умереть, походу, не только от всяких монстриков, да, и людей с лопатами, но еще и от таких вот камней. И знаете что, ребята, мы вернулись. Мы вернулись туда, в принципе, откуда и начали, да. Вот где развилочка у нас была. Ой, это лягушки или что это? Какие-то... Да, жабы, ребята. Офигеть. Так, по-моему, сообщение. Не, вот какой-то странный звук, что сообщение приходит. Я не знаю, с чем это связано. Идти, ребята, куда? Опять развилки. Опять развилки. Идем прямо, короче. Идем, ребята, прямо. Хотя вот там вообще нифига себе там что. Там тоже много всего интересного, но давайте пройдем прямо. Потому что здесь вот сохранялочка, я вижу. Так, мостик, он не очень круп. Так, нельзя, да, провалиться? Я хотел попробовать, ребятки, просто провалиться, но, к сожалению, нельзя. Хотя даже Боже, тут есть собака? Подождите, это вот это тоже у нас какие-то пауки. Собака, что? И у меня разрядился фонарик, я думал... Это что там стоит? А, показалось. Я думал, он бесконечный, ребята. Честно вам скажу, я думал, он бесконечный. Давайте сохранимся. И что нам? Пройдем в дом тогда? Да? Собака ничего не скажет? Офигеть, реально собака, ребята. Дверь заперта. Дверь заперта, и мимо собаки надо идти. Ну-ка, давайте посмотрим. Угу. Вот так вот, ребята. Прошли, ничего нам не сделала эта собачка. Так, давайте глянем еще, может быть, какие-то аптечки или еще что-то будет. А где ключик-то взять? Или его... Так, это у нас вот... Опа, ребята, все, я понял. Так, я понял, давайте залезть. Господи, как я боюсь сейчас сюда залазить, вы бы знали. Опа, она шатается. Нет. О, понятно, ребята. Я надеюсь, вы английский знаете, что там было написано. Так, вороны какие-то. Господи. Какая-то дверь там. Чё такое? Опа. Офигеть, ребята. Опа. Пожалуйста, помогите. Я нахожусь в пещере, и моя нога сломана. А батарейки в рации почти разрядились. Ага, ребята. Вот. Так, я нашел ключи от хижины. Так, ребята, какой-то хижины мы нашли ключи. Это, наверное, той, что... Помните, мы искали тогда ключи, где я... Ё-моё, это он перешел к нам? Вот, где я аптечку тогда, собственно, нашел, помните? Вот, и смотрите, он находится в пещере, его нога сломана. Мне кажется, что вот это и как раз была... Так, о, это кинем это, собаки давайте. Что это и была ловушка, как бы, да? И если мы сейчас пойдем вот в эту пещеру, нас опять с лопатами, собственно, и убьют. Просто мы не туда, да, пошли изначально, ребята? Так, или вот пещера, или вот эта пещера.
Мне нужен рабочий фонарик, чтобы войти в пещеру. Боже мой! И вот как можно было просто разрядить наш фонарик, ребята, я не понимаю. Но очевидно, что он по-любому бы разрядился, если бы мы зашли в эту локацию. Мне кажется, нам бы сказали, фонарик у вас сел. Но хотя не знаю, ребята, придется сейчас искать батарейки для фонарика. Давайте тогда, окей, пройдемся. Офигеть, ребята, господи, надо спасти. Вот там, получается, какая-то еще пещера, да? И... А, вот, а может пещерку эту обойти? А, да нет, ребят, я, в принципе, думаю, что нам надо спуститься. И пещера еще была, где нас убили, ребята. То есть, ну, масса просто путей, куда можно пойти, и ничего не понятно. Это самое, вот, ребята, крутое, что ничего не понятно. Хотя это еще и минусок такой приносит в игру. Потому что я ничего не понимаю. Так, давайте побежим тогда вниз. Исследовать надо, ребята, очевидно. Исследовать. Но есть какие-то места, где что-то горит, знаете, видно все. Вот, опа, дерево упало, ребята. Я надеюсь, вы это видели, да? Упало дерево. Так, что у нас вот здесь вообще? Ага, тоже какая-то карта, ребята, где наше вроде местоположение. А вот это что? Вот, пропали, типа, ребят, видите? Тут, ну, пишет, что много людей пропало. Опа, можно. Ключик. Ключик. Отлично. Машина принадлежит Мишель. Ну, очевидно, ключ не от машины, да? Вот это моя, что ли? Не, у меня мотоцикл. Мы тогда видели его. Так, ребята. Понятно. Так. Что тут у нас есть? Смерть какая-то там. О! Вот так вот я, ребята, рисую тоже вот в тетрадках такую ерунду всякую. А... Заперта, хотя ключик я взял. Вы видели, там опять этот медведь был. Был опять этот медведь, который и в другом... Блин. Офигеть. Который в другом доме был. Так, это я по стеклу, да, хожу? Да. Чё тут у нас? Ничего, ребята, вообще пустые какие-то дома. Опять и курицы! Чё тут? Какой-то знак. Опа! Опа! О, все, ребята, это начало, мне кажется. Мне кажется, сюда надо было изначально идти, брать фонарик, потом идти брать ножичек и уже мочиться с кем-нибудь. Офигеть. Так. Но еще вот у нас этот дом, ребята, есть. Так, как нам зайти? А, вот. Я использовал ключ, то есть ключик мы какой-то потратили, у нас вроде их два. Так, что тут у нас? Мышь повесилась, ребята, в холодильничке. Так, сохранялочка. Давайте. И что тут? А дверь не открывается, да? Ну ладно. И все, ребята? Все, что ли? Ну давайте прямо тогда пойдем. Посмотрим. А, вон, прямо что-то вижу. Опять тень это, ребят. Качели, господи, как же жутко, как же жутко. Офигеть. Смотрите, прямо у нас там тень. И давайте... Во-первых, вон наверху стоит. Я только сейчас увидел, да? Офигеть. Что тут? Теперь ты способен... А, и еще вон она. А где она? Машина. А, во-во, еще одна. И сверху. Так, ну давай, иди сюда, давай. Оп. А что, ну не бью... А че... Ребята, их нельзя... Вот этого, наверное, вот ножом мы сможем убить только мужика, который... О, есть аптечка, слава богу. Ножом мы сможем убить, наверное, только мужика, который с лопатой был. Но вон наверху там еще кто-то. Офигеть, ребята. Просто жесть. Просто офигенно. Знаете, ребята, я предлагаю на этом моменте остановиться, потому что мы посмотрели очень много. Мы побывали во всех местах, ребята. Если вам понравится игра, если вам понравится ролик, ставьте, ребята, лайки. Если мы наберем, не знаю, к примеру, 700 лайков, ребята. Давайте 700 лайков наберем. И тогда, ребята, я буду продолжать играть. Даже 500. Давайте даже 500, потому что игра, в принципе, прикольная. Ставим большой пальчик вверх, если хотите больше этой игры, ребята, чтобы мы ее прошли. Вот. Ставим лайки, пишем, ребята, положительные комментарии. Оставляем советы по игре, если кто играл и знает, что тут надо делать, ребята. Вот тапочки замечательные мы нашли. Я на этом с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Овер. Не забывайте подписываться на канал и вступать в мою группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, лайки, ребята, ставить. Все. Всем удачи. Пока-пока.